Первый раз я увидел Олега Константиновича Попова в 80-е годы, когда папа меня маленького привел в Большой Московский цирк. И почему-то больше всего мне запомнился выход Олега Попова, когда он дарил воздушные шары всему залу. Это создавало удивительное, сразу создало ощущение праздника. И хотя шары, наверное, достались не всем, вот это вот ощущение подарка, оно непередаваемое. Все-таки клоун – это действительно душа представления, душа цирка, которая, к сожалению, в последнее время оказывается необязательна. Вот у человека есть голова, сердце, руки, ноги, а душа относится к необязательному факультативу. Молодым клоунам, которых сейчас, к сожалению, очень мало, да и вообще любым клоунам, которые сейчас в профессии, можно и нужно, на мой взгляд, поучиться у Олега Попова упорству и работоспособности, с которыми он относился к профессии. Ведь не все так гладко давалось ему в жизни, начиная еще с циркового училища. Но он, как и все неглупые люди, относился к отрицательному опыту с пониманием и считал его очень полезным, извлекал уроки и продолжал творить дальше. Это я и беру и себе. Каждый раз я говорю, а вот Олег Константинович, наверное, бы попробовал бы. Не сдался бы. Не опускать руки. Работоспособность, упорство. Жизнь – это бой. А еще Олег Попов сейчас, наверное, как никогда особый символ. Пересматривая его визитную карточку, лучик, солнечный лучик, это как бы нам говорит о том, что цирки всего мира, всей страны готовы открыть сейчас свои двери, зажечь свои огни. И мы очень ждем нашего зрителя, мы очень соскучились. А цирк – это всегда лето, всегда праздник, всегда солнце.